Минздрав опубликовал рекомендации, которые призваны сделать общение пациента с представителем лечебного учреждения более комфортным, а также свести на нет возможные конфликтные ситуации. Как пишет Коммерсант, врачам во время разговора с пациентом по телефону лучше не использовать такие фразы, как «что вас еще не устраивает». Кроме того, вместо слов «девушка», «молодой человек», «мужчина», «женщина» медработнику следует говорить «вы» или обращаться по имени. Врачам не стоит отвечать на вопрос вопросом. Ошибкой считаются фразы, возлагающие вину на пациента. Нежелательными являются не только определенные слова, но и тон общения.